Сатнам, друзья. Меня зовут Алексей Меркулов. Я учитель кундалини-йоги. И совсем скоро, 25 и 26, я проведу два мастер-класса. Два интенсивных класса. Один в Перми 25, а 26 ноября в Тюмени. Что же вас там ждет? Для меня традиция... Я могу бесконечно долго о ней говорить. Для меня традиция стала тем самым поворотным, тем самым инструментом, который полностью изменил мою жизнь в той самой критической точке. То есть у меня не было выхода. Я думал, что на этом все. Но я познакомился с кундалини-йогой, и это полностью поменяло меня. Поменяло мое сознание. И я знаю, что на что способна традиция. И я познакомился с такими учителями, с такими практиками, которые подарили мне настоящий внутренний космос, подарили мне настоящую точку отсчета, такой ишт. Вот, и я не могу ничего поделать, но я должен, я ощущаю, что это моя задача, поделиться таким состоянием с вами. Вот, и, собственно говоря, на наших следующих, вот на моем следующем, на моих следующих классах в Тюмени и в Перми 25 и 26 ноября 2023 года вас ждет именно это. Познакомиться с собой, познакомиться со своей точкой ишт, с точкой сборки, которая может навсегда поменять вашу жизнь и создать ту самую платформу, от которой вы можете оттолкнуться в дальнейшем для исследования этого самого удивительного внутреннего мира. До встречи!